Я хочу поприветствовать вас на фестивале Манны. Сегодня у нас особый выпуск. Поделюсь с вами сном или видением, которое получил генерал Бут. Все аспекты этого видения, которые были записаны много лет назад, исполняются сейчас. Давайте сразу перейдем к этому. Вы видите надпись Генерал Бут слева от меня. Кем был этот человек, которого звали Генерал Бут? Генерал Уильям Бут был основателем организации, которую мы знаем сегодня как Армия Спасения. Мы видели армию спасения на празднике, особенно на Рождество, когда они собирают деньги на помощь возле магазинов. Они помогают не только бедным, но и людям, пережившим землетрясения и прочие катастрофы. Изначально генерал Бут назвал свое движение ⁇ Общество христианского пробуждения ⁇ Он был пастором церкви, но он видел нужду бедных детей и людей, поэтому оставил пост пастора и пошел на улицу, чтобы служить людям, кормить их и одевать. Он создал удивительную организацию, которая существует и сегодня. Надеюсь, у меня хватит времени, чтобы рассказать о генерале Буте. Он получил шесть пророческих предупреждений о том, каким будет состояние христианства и церкви в последнее время, перед временем пришествия Христа. Именно об этом мы говорим, когда вспоминаем о последних временах или времени конца. Давайте рассмотрим их. Первое, что увидел генерал Бут, звучало так — «Политика без Бога». Он имел в виду, что западное правительство дойдет до того, что у него не будет и капли страха Божьего. Многие, кому за 60, помнят, что было время, когда демократы и республиканцы верили в Бога. Они уважали христианство и Библию. Многие политики даже в Вашингтоне ходили в церковь. Сегодня мы видим совсем другое. Сейчас мало кто из них знает Библию, читает ее и посещает церковь. Фактически мы видим, что живем во времена, о которых говорил генерал Бут. Он говорил, что политика будет без Бога. Сегодня многие говорят о разделении церкви и государства. Есть люди, которые хотят убрать Бога из правительства. Мы дошли до этого момента. Я хочу предупредить вас о том, что когда лидеры нации, которые заключила завет по Писанию, отворачиваются от Бога, как это делал древний Израиль, то эта нация будет предана гневу оставления. Это когда Бог оставляет нацию. Ни свой народ, неверующих, верующих, ни не тех, кто знает его. Всегда есть остаток, который отделен от неверующих. Так было в одни. Ноя и Содома и Гамора. Он оставляет лидеров нечестивых, и люди начинают страдать, потому что сталкиваются с гневом оставления. Этому можно посвятить целое послание. Ну, а второе — это та вещь, которая коснулась моего духа, потому что я вижу это сегодня, у некоторых пастырей, мега-церквей и проповедников. Он сказал, что под конец времен люди будут проповедовать о небесах, не проповедуя об Аде. Мы должны понимать, что большая часть проповедей в Америке сейчас базируется на нужде, делах или семени. Иными словами, служители проповедуют о нуждах людей, проповедуют ради христианства или побуждают людей делать дела. И также есть так называемое «Евангелие процветания» в котором только и говорят о семени. Большинство современных проповедей следуют этим принципам. Однако, если посмотреть на Писание и на то, что Писание говорит нам о последних днях, о духах-искусителях, о том, что люди будут неблагодарны и нечисты, то мы увидим то, что я называю беззубым христианством. Мы увидим послание без силы. Мы увидим послание без обличения. Мой друг Том Морелло говорит, что современное христианство ⁇ это легкое христианство. Оно легче и проще. Мы видим послание которые не возбуждают дух, не обличают, не приводят грешника к покаянию. А почему? Да потому что мало кто проповедует о жизни после смерти. Люди проповедуют только об успехе сейчас, о том, чтобы получить все сейчас. Но Библия говорит, что мы живем 70, 80 лет в зависимости от силы. Многие живут меньше этого, и многие живут больше. Суть в том, что у жизни есть ограничения но мы переносим фокус на эту жизнь, а не на жизнь после смерти. Ад упоминается в Библии 54 раза. Иисус ясно сказал, что лучше радикальное наказание в теле, чем оказаться в аду, когда закончится жизнь. Друзья, есть лишь два места, в которые попадает человеческий дух после смерти. Вы можете попасть в рай, который находится на третьем небе. Там ваша душа и дух будут ожидать Ожидать воскресения правильных об этом рассказывается во втором послании коринфянам 12 главе с 1 по 5 стих или вы окажетесь в аду который 54 раза упоминается в Библии это огромные залы под землей как говорит Библия ад находится внизу там дух и душа будут ожидать в ужасных условиях великого суда белого престола когда Бог будет судить духи тех, кто умер и попал в то место. Он покажет им, почему они навеки в таком состоянии. Мы должны проповедовать взвешенно. Мы должны предупреждать людей о жизни после смерти, призывать их следовать завету с Иисусом Христом, чтобы они проводили вечность с Ним на небе, а также правили с Ним на земле на протяжении тысячи лет, как об этом сказано в Откровении 20 главе. Генерал Бут дал также третье предсказание. Оно очень важно. Он сказал, что будет прощение без покаяния. Что он имел в виду? В Библии, особенно в Ветхом Завете, мы часто видим слово «покаяние». Мы видим, что «покаяться» 45 раз упоминается в единственном числе, а слово «покаяние» — 26 раз. Книга Ионы — это то место, где Бог призывает город покаяться, ведь в противном случае его ожидает суд. Ниневия покаялась, и Бог не трогал этот город еще 150 лет, пока он не был уничтожен вражеской армией. Иоанн Креститель начал свое служение со слов ⁇ Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное ⁇ После смерти Иоанна Иисус подхватил это послание. И покаяние стало темой его служения. Петр в день Пятидесятницы сказал покаяться тысячам людей, которые пришли на праздник. Затем мы видим, как Иоанн в книге Откровения передает обращение Христа к церквям. Он предупреждает их и говорит, чтобы они покаялись. А что значит получить прощение без покаяния? Люди часто говорят, ой, прости. А, извини меня, мне не стоило делать или говорить этого. Но они возвращаются к старым путям, начинают снова сплетничать, огрызаться, повторять истории, о которых ничего не знают, распускают слухи, они продолжают заниматься прежними делами, так и не покаявшись. Ведь покаяние — это слово, которое обладает более широким смыслом, чем то, чему нас учат в церкви. На протяжении многих лет мы слышали ⁇ Покайтесь ⁇ и думаем, что это означает попросить прощения. Мы приходили к алтарю в детстве и говорили ⁇ Боже, мне так жаль, помоги мне не поступать так снова ⁇ А на следующий день мы приходили снова ⁇ Боже, мне так жаль, помоги мне не поступать так снова ⁇ Для нас это было покаяние. Однако слово покаяние несет в себе значение поворота. Тешува или Тшува ⁇ это время, которое у нас попадает на август и сентябрь. — это 40 дней шувы. Шув — это еврейское слово, которое означает «отвернуться» или «покаяться». Это время, когда вы исследуете себя и отворачиваетесь. Когда вы каетесь во грехе, это не означает, что вы просто просите прощения. Многие из тех, кто смотрит меня сейчас, находятся в цикле греха. Это означает, что вы получаете помощь на какое-то время, а потом возвращаетесь к вещам, которые не хотите делать. Определенный период времени вы свободны, а потом снова возвращаетесь к этому. Покаяние не означает просто сказать «мне жаль». Это часть его. Вы сожалеете о своих прошлых поступках, но оно также означает поворот. Вопрос не только в том, чтобы получить прощение у Господа или у людей. Это вопрос перемены мышления, перемены образа жизни, перемены сердцем. Только Господь может помочь вам с этим. Это и есть настоящее покаяние. Генерал Бут предупреждал, что будут люди, которые будут просить прощения, но не будут каяться и менять свой образ жизни. Четвертое предсказание генерала Бута звучит так ⁇ Спасение без обновления. Многие люди называют себя христианами или рожденными свыше. Однако, что такое обновление? Если перевести это слово буквально, то оно будет означать «с перемену ДНК или ген человека. Мы знаем, что такое гены и ДНК. Это часть человеческой клетки тела. Это то, что определяет цвет ваших глаз, волос, форму рук, лица, пальцев. Все это связано с ДНК, которая передается от одного поколения вашей семьи к другому. И когда мы говорим об обновлении, то это означает, что Бог переделывает вас внутри. Это не означает, что Он будет буквально менять ваши почки, легкие и печень. Но Он меняет ваше мышление, давая вам мысли по Писанию. Во-вторых, Он меняет ваше сердце. Библия говорит, что сердце лукаво более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Наши проблемы с сердцем не только телесные. Наши проблемы с сердцем также духовны. Нам нужно обновление, перемена в разуме и сердце. Как вам получить их? А вы получаете их благодаря дару спасения или дару покаяния в грехах перед Богом. Часто люди выходят вперед и повторяют молитву грешникам. Но на самом деле они повторяют ритуал и не каются в сердце. А вот что говорит Библия. Печаль ради Бога производит покаяние. А вот что это означает. Когда вы действительно сожалеете о том, что вы сделали, каетесь перед Богом и просите Его о том, чтобы кровь Иисуса покрыла ваши грехи, простила и очистила вас, то происходит сверхъестественная духовная работа. Бог работает внутри. Многие наши проблемы, которые проявляются снаружи, на самом деле укоренились внутри. Иисус сказал, что от избытка сердца совершаются убийством, прелюбодеянием, ложь и прочее. Иными словами, все вещи, которые мы делаем постоянно, на самом деле рождаются внутри, прежде чем проявиться снаружи. А единственный способ измениться ⁇ это вступить в искупительный завет со Христом, получить прощение грехов и очиститься от всякой неправды. Генерал Буд сказал, что будет спасение без обновления. Это означает, что будут люди, которые будут проходить ритуал молитвы, но при этом не будут по-настоящему меняться. Я могу понять, что вы христианин по трем вещам. Во-первых, потому что вы любите других. Во-вторых, потому что вы приносите духовные плоды. И в-третьих, потому что вы перешли от старых дел к новым делам, следуя за Господом. Библия говорит так. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Это четвертое Предупреждение генерала Бута. И оно звучит так: спасение без обновления. Пятое предупреждение генерала Бута также важно. Он сказал, что наступит время, когда будет религия без Духа Святого. В Библии есть стих, который говорит о том, что это случится. Он записан во втором послании Тимофею, 3 главе, 5 стихе. Там говорится о том, что в последние дни люди будут имеет вид благочестия, а силы его отрекутся имеющие вид благочестия. В некоторых переводах сказано «имеющие определенную форму религии, но отрекшиеся от силы». Слово «сила» в греческом оригинале звучит как «дюнамос». Это то же самое слово, которое мы видим в Деяниях, первой главе, восьмом стихе. Там сказано «но «Ну вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Там стоит слово ⁇ Дюнамус ⁇ Это слово на греческом означает чудесную, сверхъестественную способность или силу. Мы бы сказали, что это слово говорит о силе Духа Святого, который творит чудеса, являясь силой Евангелия. Так о чем же говорит апостол Павел? Это его последнее послание в Писании. Это последнее послание, которое он написал перед тем, как его обезглавили. Павел говорил о следующем. В конце времен наступит момент, когда у людей будет определенная форма религии. Они будут следовать ритуалам, будут ходить на служение, но при этом будут отрицать, он не сказал, что они не будут переживать, потому что в последние дни будет излияние духа. Он сказал, что они будут отрицать, утверждать, что дзюнамас Божий не существует. К сожалению, есть целые деноминации в США, части из которых весьма сильны в Джорджии и Алабаме, которые придерживаются идеологии или доктрины цессионизма. Это слово означает, что дары Духа прекратились. Они считают, что девять даров Духа, особенно дары чудес и силы, все девять даров были даны лишь для предыдущих поколений и больше не актуальны сегодня. Друзья, люди, посещающие эти церкви, имеют вид благочестия, следуют ритуалам, поют песни, слушают проповеди, но не имеют силы, потому что отрицают силу Божию. Я хочу рассказать вам кое-что. И прежде чем рассказать об этом, я хочу сказать, что знаю, что во многих местах особенно на Среднем Западе и Западе вообще, живя в маленьких городках, у вас нет особого выбора церквей. Некоторые люди изучают Библию дома, используя для этого наши материалы. И я очень рад этому. Но есть места, в которых людям в час-полтора ехать до ближайшего большого города, где есть церковь, практикующая силу и присутствие Божие. Если вы живете в местности, где много церквей, и посещаете церковь, которая отрицает Духа Святого и силу Божию, то вы ограничиваете благословение, которое Бог может принести в вашу жизнь. Я советую вам найти место, где действует сила Божия, движется Дух Божий. Я знаю, что в Кливленде, Теннесси, у нас есть Рэмп, Кливленд. Рэмп ⁇ это название служения. Каждый вторник в 6.30 в Международном центре Омега мы проводим служение. Я никогда не видел у нас мертвого или сухого служения. У нас чудесное прославление и поклонение, которое направляет нас в присутствие Божие. У нас также бывают разные спикеры. Я проповедую раз в месяц. Иногда там проповедует доктор Катшоу, к нам приходят Карн Уитон и Майкл Вуд. К нам приходят одни из лучших проповедников. Если у вас есть места, в которых проявляется сила Божия на служениях, то посещайте их, потому что сила Божия будет действовать там в последние дни. Ну а теперь шестое. Я рад, что успел представить все шесть предсказаний. И это то, что генерал Бут, глава армии спасения, увидел много лет тому назад. Он сказал, что в последние дни будет христианство без Христа. Христианство без Христа. И, кстати, вы видите фото генерала позади меня. Можно также сказать «христианство без креста». Я слышал историю, о большом собрании, которое хотело купить помещение, они покупали его у двух бизнесменов. Эти бизнесмены, владеющие этим помещением, были из другой религии. И в договоре на продажу этого помещения, этой христианской церкви, они потребовали, чтобы пастор не вешал крест на здание, потому что эти люди считали крест оскорблением. Это были их религиозные убеждения. И они заключили эту сделку. Крест ⁇ это символ. И не всегда важно вешать крест. Он говорит о том, что у вас христианская церковь, что вы связаны с христианством. Мы не должны стыдиться креста Христова. Друзья, Павел говорит, ⁇ Я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том... Раз пятого. Библия говорит нам, что проповедь Креста — это глупость для погибающих. Иными словами, люди, которые не верят в силу искупления крови Христа, и Его смерть на кресте считают глупостью разговоры о кресте. Но я хочу сказать вам, во что верю я. Сила Божия для спасения дана нам через страдания Христа. Он был избит, чтобы ранами Его вы исцелились. А после этого мы узнаем, что крест или распятие обеспечило нам искупление и завет с Ним в Его крови. Я верю, что в последние дни должно произойти восстановление истины. Я говорю об истине Библии. Не о чьем-то мнении или богословском дискурсе, но о проповеди Слова Божьего. Я проповедую уже 46 лет, я никогда не шел на компромиссы в вопросах Писания, имени Иисуса, Слова Божьего, силы Духа Святого или даров Духа. Я никогда не шел на компромиссы в вопросах пророчества о возвращении Иисуса. Я говорю это во славу Божию. Было ли это просто? Ну, конечно, нет. У нас есть как приверженцы, так и критики. Но это нормально. Это не тревожит меня потому что мне не придется отвечать перед критиками, но перед Господом. Я буду отвечать за те доктрины, которым учил, за то Евангелие, что я нес вам. Вот почему я хочу искать истину. Я никогда не шел на компромиссы в вопросах Слова Божьего перед вами или кем-то еще. Я верю в то, что сказал Бог. Я верю, что Он сказал то, что хотел, и что Библия — богодухновенное Слово. Я хочу сказать, пару слов о людях, которые служат вам. Если вы видите, что пасторы, служители и евангелисты ищут истины, придерживаются истины Слова Божьего, то вы должны поддержать их. Молитесь за то, чтобы они были сильны и продолжали нести истину, миру, в эти последние дни. Мы живем в последние дни. Мы понимаем это. Вот почему я написал пророческую книгу, о которой хочу рассказать вам. Вас также ждут другие вещи, вроде наших конференций. Мы хотим, чтобы вы знали о пророческих саммитах и конференциях. Поэтому оставайтесь с нами. Я вернусь к вам буквально через одну минуту. Будьте благословенны. Пожалуйста, уделите мне все свое внимание. Несколько месяцев назад мирской экономист заявил, что грядет новый глобальный сброс. Тогда я услышал в своем духе эту фразу «апокалиптический сброс Америки». Несколько недель я просыпался рано утром и получал череду пророческих откровений, которые я собрал в своей новой книге «Апокалиптический сброс Америки». Эту книгу обязаны прочитать все христиане, которые любят библейские пророчества, консервативные американцы и патриоты. 19 подробных глав раскрывают все планы, которые сейчас строятся в тайне и будут публично установлены над нами, американским народом а также то, как нам противостать им. Я нашел поразительные древние пророческие параллели и шаблоны, некоторым из которых более 4000 лет. Они повторяются сейчас в Соединенных Штатах. Я рассматриваю великий вавилонский сброс Америки и спланированное гонение христиан, самостоятельное проклятие Америки, которое принесет суд на страну. Грядущая стычка с Иезавелью, женщина, которая станет президентом. Как нам себя вести? Почему мы должны противостать коррумпированному правительству? Я раскрываю уникальные параллели с Кремниевой долиной, а также планы по банкротству и экономическому сбросу Америки. Кроме того, я расскажу, как функционировать, когда церкви придется уйти в подполье. Я получил уникальные откровения, о президенте Трампе и шаблоне, который открывает истории. У меня также есть глава о том, почему пророки поняли все неверно. Дамы и господа, это самая важная книга в истории моего служения, особенно в наше время. Но и это не все. Я также добавил к ней новую инсайдерскую информацию на двух аудиодисках. Это два часа подробной информации, которой я не буду делиться в соцсетях. Учитывая то, в какой ситуации мы находимся сейчас, большая часть этой информации будет заблокирована, если бы я делился ей открыто. Эти два часа содержат библейские, политические, национальные и межнациональные открытия и информацию, которую вы, скорее всего, никогда не слышали. Это только для тех, кто любит истину. Закажите сейчас этот набор, который состоит из моей новой книги и двухчасовых аудиодисков на нашем сайте или позвонив по телефону, который вы видите на экране. Вы также можете написать мне по адресу, который сейчас указан на экранах ваших телевизоров. Вы можете получить этот набор за 35 долларов или больше. Заказывайте предложение АПР-140. Я раскрою радикальных глобалистов и людей, которые хотят заткнуть рот христианам, патриотам и консерваторам. Я говорю не только о себе, но и обо всех людях доброй совести, доброй воли. Мы покажем вам в книге, что мы можем сделать, если объединимся. Я очень хочу, чтобы вы прочитали эту новую уникальную книгу. Эту книгу обязаны прочитать все христиане, которые любят библейские пророчества и все патриоты. Вы даже не можете себе представить, насколько важен тот ресурс, который мы предлагаем вам сегодня. Я благодарен вам за то, как вы приняли его, за ваши комментарии. Но, учитывая то состояние, в котором сейчас находится наш мир, я считаю, что это самая важная пророческая книга за 46 лет моего служения. Я надеюсь, что вы закажете свой экземпляр и сборник из двух дисков. Мы планируем побывать в некоторых местах осенью. Следите за информацией на экране, пока я буду рассказывать вам, куда мы приедем. Мы приедем в Оугров, Арканзас, на одно служение 29 сентября в Ассамблею Божью Урожай. Надеемся увидеть вас там. Не забывайте, что наше главное мероприятие пройдет с 5 по 9 октября в Кливленде. После этого мы поедем в Фейс Ландмарс Министри, в Ричмонд, штат Вирджиния. Это будет 10 октября. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Мы приедем в Уильямсон Мемориал Филдхаус, что в Уильямсоне, Западная Вирджиния. Пробудем там с 23 по 25 октября. 24 я буду проповедовать в Региональной Церкви Божией. Это будет в субботу. Мы будем в Филдхаус 23 и 25. А в Региональной Церкви Божией 24. Мы любим Запад. Под Если на то будет воля Божья, то с 7 по 12 ноября мы будем служить на двух островах Гавайев. Если вы смотрите нас там, то следите за информацией на сайте. Мы также хотим напомнить вам, что каждую среду мы молимся в международной школе слова. Мы начинаем 6. Вы также можете приехать к нам, чтобы за вас помолились. Во вторник и в 5 пятницу мы также проводим служение в Рэмпе. В пятницу у нас молодежное служение, а во вторник у нас главное служение. Мы хотим, чтобы вы участвовали во всем этом. А если вы хотите изучать Слово Божие, то заходите на сайт Международной школы Слова. Мы поможем вам в этом. Мы также хотим поблагодарить всех вас, кто подписался на наш канал на YouTube. Не забывайте про наш сайт, потому что там находится вся важная информация. Привет, это Пэри Присоединяйтесь к нашей команде. Это Джон Килл Патрик, Джензен Франклин, Томми Бейтс, Карен Пэк и многие другие. Осенью у нас состоится собрание, наполненное силой Святого Духа. Оно пройдет с 5 октября по 9 октября в Международном центре Омега, Кливленд, Теннесси. Мы будем рады увидеться с вами.